в этом ролике вы увидите небо над Китаем, какие в Китае дома, машины, дороги. Если вы были в Китае, пишите в комментариях. Гостиница, в которой мы остановились. Такие вот здесь тачки ездят. Панамеры, короче, все остальное. Вот это что такое вообще, а? Это такой дом. На улице в Гуанчжоу очень много мопедов, а пешеходов еще больше. В Китае очень своеобразная архитектура. Целый мебельный город с магазинами. Это, короче, город, состоящий из тысячи делянов. Просто капец. И у нас только начало нашего похода.